финальный матч Кубка Пушкинской футбольной лиги по мини-футболу. Чемпионат проходил на вылет по олимпийской системе. В этот день за победу во Дворце спорта Пушкина боролись сильнейшие команды «Связист» и «Новая деревня». Чемпионом Кубка ПФЛ стал «Связист». Он одержал победу со счетом 5-1. Как отмечают организаторы, это первенство стало одним из самых сильных и красочных. По уровню чемпионат был настолько сильный, что у нас приезжали чуть ли не действующие, да, там игроки сборной России по мини-футболу, которые закончили. Это у нас такие команды были сильные в Суперлиге, да, у них было 6 команд в Суперлиге сильнейших. Это «Инвестстрой», «Динамо Ойл», «Связист-2», «Связист», вот, который сейчас играет в финале Кубка. Первенство округа по мини-футболу охватило как взрослых, так и детей. В каждой группе было по 17 команд. Приезжали мастера, ребята смотрели их игры и набирались опыта. Но вот сезон по мини-футболу подошел к концу. Все игроки собрались на торжественное награждение. Вручается команде «Новая деревня». Чемпионом Суперлиги стала команда «Инвестстрой» в высшей лиге «Дизайн окно». У детей по результатам первенства среди команд в возрасте от 8 до 9 лет, а также с 10 до 11 первое место у ФСК Пушкина. У команд в возрасте от 12 до 13 лет победа досталась «Динамо Пушкина». Ну, первенство проходит уже давным-давно, но под эгидой Пушкинской футбольной лиги первенство проходит в первый раз у нас мини-футбольное. Вот сейчас планируется провести также под этой эгидой и 8-8 чемпионаты, и 11-11. Теперь впереди летнее первенство, мужское, детское, и в планах организация женского и ветеранского чемпионатов. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.